17 апреля в муниципалитете начнется фестиваль документальных фильмов «День Победы». Организаторы фестиваля – Комитет по культуре и Московская областная организация Союза кинематографистов России предлагают познакомиться с лучшими документальными фильмами, посвященными Великой Отечественной войне. Все киноленты уникальны. Их авторы неоднократно были удостоены высоких наград. До 9 мая зрители смогут посмотреть 10 кинолент. Вход свободный.